В рамках федеральной программы «Оптимальная по восстановлению здоровья медицинская реабилитация» Республиканская детская многопрофильная больница в Черкесске получит 42 единицы реабилитационного оборудования до конца 2024 года. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. На сегодняшний день уже получено 25 единиц оборудования, из них 73% – это медицинская техника российского производства. Реабилитационное лечение на аппаратах уже получают дети в возрасте от 0 до 18 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата ДЦП после оперативного лечения и длительной иммобилизации.